Ребята, всем доброго времени суток. Сегодня хочу поговорить про еще одну интересную криптоплатформу под названием Duffery Bank. Итак, что же из себя представляет данный проект? Итак, это многоцелевой африканский банк, который позволяет вам делать простые, в общем-то, и лучшие способы для экономии, также возможности совершения платежей, управления своими деньгами и бизнесом, и вы можете делать это, когда бы вы хотели и где бы вы это хотели. Также давайте перейду на страницу с выбором аккаунта, и мы видим, что есть как персональный аккаунт, так и бизнес-аккаунт. Ну, естественно, что если вы выбираете для себя, то имеет смысл выбрать именно персональный аккаунт. Что еще тоже хочу отметить? Хочу отметить, что данный проект, собственно говоря, представляет из себя умный и цифровой, в общем-то, коллектив без каких-либо границ. То есть более 200 тысяч клиентов по всему миру используют Duffery Bank, и это они делают по трем причинам. Так вот, это то, что здесь нет никаких скрытых комиссий, то, что это надежно и безопасно, то есть очень важно, чтобы ваши деньги хранились в безопасности и чтобы вы никогда их не потеряли. Это делается как раз таки за счет блокчейна. И также за счет того, что здесь есть функция оплаты счетов, то есть вы можете оплачивать различные счета, не выходя из дома, что, конечно же, очень и очень удобно, экономит массу времени. Также, как я и говорил, можно выбирать разные аккаунты. То есть это личный аккаунт и бизнес-аккаунт. Что в личном аккаунте есть? Это нулевой начальный баланс счета, нулевой дневной минимальный операционный баланс. Тут нет ежемесячной платы за обслуживание. И есть, собственно говоря, легкое движение средств для трейдеров. Есть еще у них бизнес-счет, вот, и при этом тут есть овердрафт по низкой ставке, мгновенное уведомление о транзакции и движение средств до брокерских операций. Что еще тоже важно? Важно, что, собственно, здесь у них есть различные ссылки на ресурсы. Ну, давайте, например, обмен покажу вам. Вот, Duffery Exchange. Вот, и, соответственно, здесь мы видим функции обмена, которые представлены на данной, собственно говоря, страничке. Также, если мы вернемся сюда, то увидим описание DBA Currency. Вот, то есть это их валюта, валюта номер один, которую они, собственно говоря, используют и которую они хотят продвигать. Здесь тоже информацию про это мы видим. Вот информацию про Duffery. Также, если мы зайдем на Duffery Exchange, то увидим, что здесь ее можно приобрести. Ну, для этого, опять-таки, вам нужно, естественно, пройти регистрацию. Вот это понятно, в принципе, это стандартная штука. Да, ну и цена вот здесь 14 примерно долларов, чуть-чуть она ниже, ну 14,7, так, да, если говорить более конкретно, и видим объемы, да, которые здесь представлены. Но опять же таки это все доступно вам только уже после регистрации. А также, что еще важно, что Duffery Bank торгуется на разных биржах. Вот, допустим, например, я открыл биржу Hotbit, на которой она торгуется, цена 12,17. Тоже можно приобрести здесь данную монету, если она вас интересует. Также еще хочу отметить, что у них есть разные социальные сети. Вот здесь мы видим ссылки на них. Это Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. То есть во все эти соцсети, конечно же, желательно подписаться, чтобы узнавать новости по проекту. Ну, для примера, пожалуй, покажу вам одну из соцсетей. Это Twitter в данном случае. Видно, что 50 тысяч читателей за чуть больше, чем год, ну за полтора там года, да, примерно набралось у этого проекта. Это очень-очень много, 50 тысяч читателей, и, соответственно, мы понимаем, что проект действительно пользуется большой популярностью и пользуется большим спросом, что, конечно же, для нас очень и очень важно. Вот, и именно поэтому, действительно, данный проект Duffery, мне кажется, очень и очень перспективным и интересным для того, кто что-то увлекается миром и криптовалют. Ну что ж, на этом, пожалуй, буду завершать данный обзор. Я надеюсь, что вам он понравился. Тогда всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видеороликах.